В Павлодаре очередное новоселье. Квадратные метры получили вкладчики жилстрой Сбербанка и очередники арендного жилья. В новом девятиэтажном доме 108 квартир. На строительство многоэтажки в рамках программы развития регионов было выделено 770 миллионов тенге. Ожидается, что до конца года в Павлодаре будут заселены еще два жилых дома. Я 11 лет снимала квартиру. Было очень трудно платить за жилье. Тем более у меня на руках мои старые родители. Теперь же я счастлива, как никогда. Своя квартира – это мечта всей моей жизни. Спасибо большое нашему президенту за такую программу, как Нурлы Жол. Она по-настоящему решает очень много проблем для казахстанцев. Моя дочь много лет снимала квартиру. Теперь у нее собственная. Я очень рада за нее.